Подходить к актерской игре лучше всего с физических упражнений. Одно из них прямо сейчас. Освободите место на полу и постелите коврик. Лягте на спину и найдите комфортную позицию. Только не перекрещивайте руки и ноги. Закройте глаза глубоко. Вдохните и мысленно ощупайте свое тело, а затем расслабьте его. Начните со ступней, то есть с кончиков ног, и постепенно поднимайтесь выше, пока не достигнете головы. Сделать это не так-то просто, как кажется. Поэтому просьба найти столько времени, сколько нужно именно вам. Механизм упражнения напоминает медитацию, поэтому его можно регулярно делать по утрам, сразу после просыпания. После можно приступать уже к подвижным упражнениям. Подъемы ног, вращение ногами. В статичном положении это прыжки, приседания, вращение руками.